Заводы и компании «Чуваши» при расширении производств могут претендовать на дополнительные налоговые льготы. Условия господдержки предприятий обрабатывающей промышленности обозначили сегодня на заседании Кабинета министров Чувашии. Расширяя производство в Чувашии за счет инвестиций и организуя новые рабочие места, предприятия будут получать новый вид господдержки. Проектом закона устанавливается ставка налога на прибыль в размере 8,5% вместо 17%. Сумма вычета не может превышать 50% расходов на приобретение основных средств. Подобная форма господдержки вводится по всей России, однако частные условия федерация оставляет на усмотрение регионов. В Чувашии проект обсуждался с местными предпринимателями и на инвестиционном совете. Пришли к выводу, что в первую очередь необходимо включить обрабатывающее производство. Вот. И второй момент. Вопросы были касательно согласования с Советом по инвестиционной политике. Но потом мы все эти разногласия сняли. Это учитывая вот обращение «Хевел», завода «Чапаева» и «Лара». Среди условий сумма инвестиций должна превышать 50 миллионов рублей. К тому же завод или фабрика должны существовать на российском рынке не первый год. Проектом закона данная форма государственной поддержки предусмотрена для инвесторов организаций, зарегистрированных на территории Чувашской республики не ранее, чем за 3 года до дня подачи заявления, а также организациями, зарегистрированными за пределами Чувашской республики в отношении их обособленных подразделений на территории Чувашской республики, имеющих отдельный баланс. Проект закона приняли, правда, с оговоркой, что стоит еще доработать некоторые условия, например, распространить новую форму поддержки и на бизнес, готовый прийти в Чувашию. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.